Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В Госдуме к рассмотрению во втором основном чтении готовится законопроект, который позволяет оформлять полис ОСАГО на срок от 1 дня до 3 месяцев. Инициативу поддержал Комитет Нижней палаты парламента по финансовому рынку. Трасса 101. Пользоваться нововведением будет выгодно автовладельцам, которые эксплуатируют машину в течение небольшого промежутка времени. Правда, страховщики предупреждают, один день краткосрочной автогражданки будет стоить дороже, чем один день полноценной годовой страховки. Трасса 101. Волжский автозавод определился с партнером из Китая, который будет помогать ему выпускать двигатели. Речь идет о компании «Джак». Имеются в виду бензиновые моторы объемом 1,5 литра, мощностью 150 лошадей. Такой агрегат получит в первую очередь «Лада Веста», но только в специальных комплектациях. Оснащать новым мотором «Гранту», «Ларгус» и «Ниву» не планируется. Также «Джак» станет поставщиком коробок вариаторного типа. Такой выбор на «АвтоВАЗе» объясняют желанием избежать проблем при согласовании работы двигателя и трансмиссии. Трасса 101. В России для покупки стали доступны новые китайские семиместные кроссоверы Maxus D60. Цены на автомобиль начинаются от 3 миллионов рублей. По габаритам он сопоставим с Cherry Tiggo 8. Под капотом находится 159-сильный бензиновый турбомотор, который работает вместе с 7-диапазонным роботом. В оснащение входят 18-дюймовые диски, светодиодная оптика, 6 подушек безопасности, панорамная крыша и так далее. Трасса 101. В августе компания Hyundai представит кроссовер Santa Fe нового поколения. Информации об автомобиле пока немного. Ожидается, что у него будет более просторный салон и багажник. Колесная база увеличится, а расстояние от передних колес до края переднего бампера сократится. Машину оснастят новым бензиновым атмосферным мотором объемом 2,5 литра, привод передний. Santa Fe, добавлю, выпускается с 2000 года. На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. «Трасса 101».